И корову пасет. Давай, давай, вперед. Ты устала, я хочу посидеть. Давай, давай, отдохнешь сейчас. Ты меня руками-то не трогай. Он деликатная женщина, не раз говорил. Разрешите? Да. Потому что не толкайся вообще. Там деликатно с женщинами. Товарищ следователь, задержанная для допроса доставлена. Вот ее материальчик, Сергей Георгиевич. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте. Что ж больше не заходишь? Нашел кого помягче. Я вас впервые вижу. Застеснялся. Его, что ли, боишься? Да не бойся. К бабам все ходят, и прокуроры, и следователи. Дай поцелуйся. Ну-ка, 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 не позволяй себе. Ты что, мне рубль должен. Я ж его знаю, на прошлой неделе у меня ночевал. Все равно не позволяй. Нет, ты понимаешь, я беру с работяг по червонцу, а кого высшее образование, по четвертному. Рубль отдай. Стой, нормально. А ладно, не тычь ты меня, неуч. Сержант, вы свободны. Сергей Георгиевич, я в коридоре буду. Хорошо. Сесть-то можно? Зачем, спрашиваете? Ведь уже сели. Интересно, почему следователь сперва начинает на «вы», а потом переходит на «ты»? Я с вами буду на «вы», но и вас попрошу вести себя приличнее. Приличнее? А мы не на свидании. Ну и как? Что как? Как? А никак. Надо. Давайте перейдем к делу. А закурить? В кино сперва закурить предлагают. А я вот не курю. Что, и сигаретки нет? Нет. И спичек? Спички есть. Ну, ладно, тогда свою закурю. Чего застеснялся? Людей сажать не стесняешься. Вы себя так ведете. Ой, брось ты меня выкать. Я не иностранная шпионка. Хорошо, давай на «ты». Давай. Фамилия, отчество. Имя, отчество ваше. Че? Твое. Софи Лорен. Прошу серьезно. Че Ваньку крутишь? Знаешь ведь фамилию-то. Человек должен сам назваться, чтобы не было ошибки. Ну что ж, могу и назваться. Матильда Георгиевна Рукотворова. С вранья начинаешь. Видно, трудный разговор будет. Да. Угу. А я на него не напрашивалась. Сам пригласил через сержанта. Не Матильда ты. А кто ж? А Мария. Не Георгиевна, а Гавриловна. Не Рукотворова, а Рукояткина. Зачем врать-то? У меня псевдоним. Ну, ты можешь звать меня Моти. Год рождения. 1901. Прошу отвечать серьезно. А сколько ты дал? Мы не на свидании. На свидании? Там бы ты, как мумия, в очках не сидел бы у меня. Ладно, пиши 25.
образование? Если я расскажу тебе, кто и как меня образовывал, у тебя протоколов не хватит, поэтому пиши. Я про школу. Ах, про школу? Пиши высшее, философское. Размышлять очень люблю. Чего не хочешь писать? Не хочу. Ну, пиши незаконченное высшее. Даже не хватишь. Ай, какой. Ладно, пиши среднее, не ошибешься. Незаконченное. Отчего же? Ну, как отчего? Вот твое собственноручное объяснение, тут через каждое слово ошибка. А клеветал у отдельно, клеветал отдельно. А я кончал вечернюю школу при фабрике. А имплант был спущен. Второй год не оставлять и из школы не выгонять. У меня и аттестат есть. Ранее судима? Да. Банк ограбила. Почему грубишь? А что ерунду спрашиваешь? Знаешь ведь, что не судима. Небось, 100 раз проверил. Сколько длится допрос, товарищ? 2 часа, не меньше. Да. Намучает суд с ней. Ничего, они такие кололись. Конечно, у следователя свои приемы. Какие там приемы? 2 приема. Логика и психология. Где работаешь? В Академии наук, а что? Кем же в Академии? Кандидат в наук, затылки чешу. Значит, нигде. Тунеядка. Че тунеядка-то? Домохозяйка что, тунеядка, что ли? Ну, сравнила. Домохозяйка мужу помогает. Да? А если женщина многим мужьям помогает? Знаешь, как это называется? Где ты их принимаешь? У тебя комната в коммунальной квартире. Она виллятца. Кто твой отец? Министр. Опять шуточки. А что? Читаешь книжки, кино ходишь. Вдруг оказывается бродяга сына миллионера. Или такая вроде меня дочка артиста или артистки. Или, понимаешь ли, машина лотерею выигрывает. Приятно. Живешь. И все мимо. Так ведь на случай-то надеяться нельзя. Да? Очень даже можно. Вот одна, например, решила ребеночка на благо общества воспитать. Людей, понимаешь ли, не хватает из-за плохой рождаемости, а в транспорте не протолкнешься. Так вот, понимаешь ли, где взять ребеночка? Решил без мужика родить. Как это без мужика? Да так. Оделась поприличнее, пошла в филармонию, села, ноктюрны с умной рожей слушает, а сама глаз на здоровенного такого парня положила. В антракте подкатывает к нему и говорит: мужчина, извините, что будучи не представлена к вам, обращаюсь. А парень-то варежку отколячил и предложил ей бы коктейль через соломинку выпить. И женился на ней. А она и родила. Сама придумала. Ну, их ты, следователь, жизни ты не знаешь. А был случай еще интереснее на нашей улице. На нашей улице жила дворничиха, одинокая. Бедная, на ветру весь день у пищевых отходов. Рожа красная, кто замуж возьмет? Как-то вечером она идет, глядя на панели, мужичишка валяется. Потрепанный такой. Только хотел бабонька звонить, вытрезвитель. Как он говорит ей: спаси меня, миленькая, от вытрезвителя, век тебя не забуду. Говорит, он мог, а передвигаться не получалось. Вот и поволокла его наша Маруся до своей 12-метровой. Спать уложила. А утром он проснулся, корочкой занюхал, выпил и говорит ей: ты, Маруся, не думай, я ведь не гопник, а переодетый директор магазина. Вот остался у нее и до сих пор живет. Знаешь, почему я тебя слушаю? Чего? Все надеются, что ты после чужих историй к своим перейдешь. А каким к своим? В которых подозреваетесь, гражданка Рукояткина. Недоразумение. Недоразумение, гражданин следователь. А если подумать? Че думать-то? Рукояткина, неужели тебе не хочется сказать правду? Как бы человек не обманывал, ему всегда, в конце-то концов, хочется кому-то открыться. Интересно, по закону я обязана отвечать на такие вопросы? По закону нет. Но если не будешь отвечать, я составлю протокол об отказе от дачи показаний. Это не в твою пользу. Не в мою пользу? Нет. А расскажу, будет в пользу?
Да. И ты считаешь, что ты сам подходящий для этого человек? Не то чтобы считаю, я просто вижу и чувствую, что ты хочешь рассказать. Видишь, как ты увлекательно тут все описываешь. Просто рентген. Я хочу, чтобы тебе легче было. Ну, трепач. Почему же трепач? А врешь потому что. Врешь. Что я вру? Расскажу, отпустишь меня? Ну, скажи, отпустишь? Чего глазки опустил? Говори, отпустишь? Нет, не отпущу. О, первое правдивое слово. Зачем тогда признаваться мне? Чтобы твоей душе легче было, совести, понимаешь? Ах, душе! А у меня, кроме души, еще и тело есть. Кстати говоря, неплохое. А ты что хочешь, чтобы моя душа ради облегчения заложила тело? А моя душа не такая стерва, лучше потерпит. Умчитесь прочь мои печали, и вдаль счастливую маня взмахну крылом цыганской шали. Шальная молодость моя, шальная молодость моя. Ля-ля-ля-ля-ля. Что там? Пляшет. Прочь мои печали, и вдаль счастливую маня взмахну крылом цыганской шали. Что она облучивает? Шальная молодость моя. Показывает разницу между душой и телом. Да ты не распускай. Таким мягкого человека умеет или блеет. А ну сядь! Прилично. Пожалуйста. Сережа. Снимет только так. Мымра с трясущейся башкой. Ты знаешь, почему у нее голова трясется? Ее бандит в камере заточенной ложкой по голове ударил. Она из шпаны людей делает. Три подростков воспитала, за всю свою жизнь ни разу не соврала. А ты... Все равно не поймешь, что это. Че она орет-то? Все, хватит. Где ты была 2 октября вечером? Подробно, пожалуйста. Подробно? Хочешь меня на мелочах поймать? Да? Ну так слушай. Очнулась я, а по-вашему проснулась в 12. Как полагается, кофе в постель. Черное, без осадка, без молока, без сахара. Натуральное, свеженамолоченное. Потом бадминтон, массаж, бассейн, сок манго. Я подробно говорю. Я ведь знаю, почему ты выламываешься. Боишься сказать правду? Какую еще правду? Где ты была 2 октября вечером? Где? Смотрела кино. Какое? Широкоформатное. Двухсерийное. Цветное. Звуковое. В каком кинотеатре? Имени Чайковского. Такого нет? Нет. Ну, тогда в «Рассвете». Какой фильм шел? Про любовь. В «Рассвете» шел фильм про войну. Ну-ка, быстро, где ты была 2 октября вечером? А ты не помню, не помню, не помню, не помню, не помню, не помню. Я тебе сейчас напомню. А ну-ка, повернись ко мне. Живо! Полтора часа уже прошло. Значит, не признается. Значит. Так. Ну, потерпевшие отпадают. Они ведь могут ее и не узнать. Да и она. Наверняка на очной ставке заявит, что видит их впервые. Мы с тобой, Леденцов, как свидетели, тоже не в счет. Что милиция – это лица заинтересованные. Вот скажи, не смешно это, а? Сколько преступных эпизодов, а доказательства только косвенные. Ну, теперь все зависит от допроса. Если скажет правду, удастся ему ее расколоть. Ну, узнаем тогда, где деньги. Сама скажем, да? Ну, а как же?
А если не скажет? И 120 рублей его как не бывало. Интересно, а куда они подевались? К тебе перекочевали. Да? Туда, кажет. Владик. Владик? А чё ж ты меня не предъявил ему? Видать, твой Владик ничего не помнит. Нет тебе доказательств, следователь. Ну, рукоятки. Людей без доказательств не арестовывают. Значит, тебе их маловато? Что глазки опустил? А? Есть тайна следствия. Ох ты, боже мой, тайное следствие. Да не тайное следствие, а тайна следствия. Какая разница, тайная, тайна. Ты же выкрутился, выкрутился. Ладно, я хоть по нужде вру, а ты за оклад. Ну, хорошо. Я тебе еще одно доказательство представлю. Вот и заявление потерпевшего. 6 октября ты была в ресторане. 6 октября была в ресторане? Да. Ну, допустим, была. А что, в ресторан нельзя ходить, что ли? А чего ты скрываешься, да? А ты докажешь, что там была 6 октября? Когда бросила человека и убежала. Вот про этот случай я ничегошеньки не знаю. А если он тебя познает? Кто это меня познает? Потерпевший. Ой, боже мой, Таня познала, теперь меня познает. Ха. Туф-ту, волокёшь, следователь. Влад, ты только повежливый, хорошо? А чё ты мне сделаешь-то? Что сделаешь-то? Меры приму. Какие ещё меры? Посадишь? Так уж сижу. Ох ты, Господи. А вот интересно, скажи, помучились со мной, да? Помучились, нет? Ну, скажи. Помучились. Вот, как приятно слышать. Ну, да ладно. Да. Только тебе сейчас выгоднее-то признаться во всем. Да. Выходит, да. Выгоду свою упускаю. Выходит, да, упускаешь. Ах ты, Боже. Чистосердечное признание, оно ведь... Что, смягчает вину преступника? Смягчает. А вот это дешево, не клюю. Дешево? Угу. А ты дорого стоишь? Че, купить хочешь? Денег-то хватит. Не хами, а то ведь сейчас приглашу понятых. Составим протокол об отказе от дачи показаний. Я тебя уже предупреждал. Ну ладно. Скажу. Все. Все расскажешь? Все. Про каждую сворованную булавочку. Рябинин. Сергей Георгиевич, ну как, продвигается? Да. Поторопитесь. Ну, через полчаса кончу. Дай пришлю протокол допроса. Да. Итак? Итак. В феврале обчистила пивной ларек. Сколько взяла? 301 рубль 30 копеек. 30 копеек? А, 30 копеек. Смотри, какая точность. Да, в марте хотела пьяного геолога грабануть, да не вышло. Сколько взяла? Да ничего, было уж у супруги. Одна расческа в кармане, та без зубьев. Да, тут состава преступления, пожалуй, не будет. Нет, не будет, да. Ты дальше слушай. В марте квартиру кооперативную. Санузел с подогревом. Что взяла? Да так, пустяки, бриллиантовое колье. Где оно? Сменяла на бутылку бормотухи. Выходит, колье-то не натуральное. Ну, колье не знаю, а бормотуха была натуральная. Ты дальше пиши. На Заречной улице жила старушка, вся в кулонах, в браслетах, в кольцах. Так вот я ее шлепнула. Как шлепнула? А так, обыкновенно. Старушка, понимаешь ли, зашла в столовую щи покушать. А я ей бух снотворно в тарелочку, пока она пошла за ложечками. Старушка падает, а я кольца-то все с нее снимаю, да кулоны. А то еще, слушай, знаешь, поезд увела. Только машинист пошел пивка попить. Ты что думал, я правда колюсь? Эх ты, следователь. Не так он ее допрашивает. Почему? Потому что надо допрашивать. Он допрашивает. Допрос Леденцов – это прежде всего человеческий разговор. Ну, правильно, но ведь официальный разговор.
официальный человеческий разговор. Не знаю, меня бы никто не провел. Ну да, это что ж так? Потому что я недоверчивый. Запомнили, Денцов, что чаще всего проигрывают дела те следователи, которые не доверяют людям. Ну а про последний день почему молчишь? От чего последний день? С кем была в ресторане? Не помню. Уэлли. Ну, с мужиком я была. С каким? Обыкновенным, в брюках. Опиши внешность. Внешность. Рост 1,50 м, с кепочкой. Глазки вылупленные. Нос вроде обломанной ракеты. Волосы цигейковые, цвета прокисшего пива. И челюсти такие утюгами. Хлопают. Хватит. Фамилия? А я у своих друзей фамилии не спрашиваю. Случай не Курикин? Нет, не Курикин. Ослов? Нет. Ишаков. Индюков. Что было после ресторана? После ресторана я пошла домой, баньки. А он? А он остался доедать салатик фирменный. Курикин пошел с тобой. Да? Чем это он докажет? Описал то место, куда ты пошла, баньки. Паразит. Ну и как это он там описал? Как? Ну, как водится. Какие вещи, где стоят. Достаточно тебе этого? Ты вызови его и допроси. Все-таки не хочешь сказать правду. А что, Мария, забыла это про Тюнину и Карпову? Ладно, Тюнину не трогай. Она ничего не знает, не свидетель. Да и Карпова твоя, божий одуванчик. Как ты не можешь понять, что в признаниях смягчает вину, и это в голове не укладывается. В камере говорят, как вы смягчаете. Ты их там больше слушай. Они наговорят. На-на-на-на. Там люди опытные. Неопытные, а судимые. Читай. Если еще не разучилась читать, черным по белому, учитывая чистосердечное признание. А 3 года схлопотал. Разве я тебе сказал, что признайся и пойдешь домой? А тогда зачем по фугармой? Труднее всего допрашивать дурака. Я все что угодно, но не дура. Заявление есть, а доказательств нет. Деньги-то не найдены. Ну, если ты такая умная. Допустим. Хорошо. Допустим, другие случаи не доказаны. Но с Курикиным-то. Он описал квартиру. Парики у тебя изъяты. Вещи, одежда найдены. Какой смысл тебе запираться? Слушаю. Сережа, я не вовремя. Все? Ну, все. Из-за меня задерживаешься, да? Дала тебе работенку. Небось, супруга звонила. Ну, ничего, ладно. Пиши. Я любовь уважаю. Так что пиши. Рисуй смело. Ну, пиши. Будешь писать, нет?
Пиши, пиши. В вестибюле ресторана «Космос» я познакомилась с гражданином Курикиным, который на первый взгляд показался мне порядочным человеком. Он заказал салат ассорти, где было намешано черти что, включая идиотские маслины, мной неуважаемые. Потом он заказал бутылку коньяку и цыплят, которые в детстве болели рахитом, одни сухожилия и перепонки. Потом мы с ним сплясали в стиле диско. Ой, танцует, как овцы бык. А в 22:00 мы отбыли на квартиру гражданки Карповой. Никаких денег я у него не брала и не видела. Все. Все? Ага, все. У меня будут дополнительные вопросы. Валяй. Коньяк пили поровну? Че, лошадь? Так, рюмочку для кайфа, а остальное он. Он сильно пьянел? Драбадан. Но ходули передвигал. Курикин при тебе расплачивался? Хочешь знать, видела ли я деньги? Так вот, миленький, не видела. Когда мужчина расплачивается, я отворачиваюсь. Бывает такой жмот, тянет из кармана десятку, аж лоб потеет. Что делали дома? О чем говорили? Я с вашим братом, не то что с пьяным, с трезвым-то никогда не разговаривал. Курикин при тебе упоминал, что у него 800 рублей есть. Твой Курикин не то что говорит, мычать не мог. Эй, товарищ капитан, собираюсь на заочное, на юрфак. Мудро. Мудро, мудро. Так вот, с языком у меня плоховато. А ты поднажми. Времени опять же нету. Подсоберись. А вообще ты думаешь, что не рано? В каком смысле? Ну, университет-то, он ведь ума не вложит. Да? А что вложит? Человек сам. Он так вот думает, думает, думает. И поумнеет, если думает. Угу. Товарищ капитан, расшифруйте, пожалуйста, намек. Прочти и подпиши, если все. Вот ручка. Так-так-так-так-так-так, посмотрим. В вестибюле ресторана «Космос» я познакомилась с гражданином Курикиным. Так, алло, а ты почему не написал, что салат был намешан на черти что? Про маслины идиотски не написал. Про цыплят чахоточных. Где это все? Зачем писать о пустяках? Как это пустяках? В вашем деле нет пустяков. Это мои показания, что хочу, то и пишу. Какое имеет отношение, цыплята были чахоточные или нет? Как это не имеет? Там была осетрина, я ему намекала. Он сквалыга, понимаешь, сквалыга. Вот судьи. Протокол прочтут, сразу увидит сквалыга. Хорошо, добавишь? Я напишу, добавлю. Так, хорошо. Угу. Вообще учти, твои оценки в протоколе не обязательны. Очень обязательны. Повторяю мои показания, что хочу, то и пишу. Курикин оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что ты завернул? Я тебе как сказала? Напился в дрободан. Я не могу писать протокол на языке жаргона. Что такое дрободан? Откуда я знаю? Дрободан из дрободан. Вот я и написал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но дрободан-то сильнее, чем сильное алкогольное опьянение. Слушай, ты не переживай. Стельку понимают, и дрободан поймут. Ладно, тебе лучше знать. Так, вернувшись домой, мы легли спать. Я тебе так сказала. Я тебе как сказала? Что мы спать завалились? Ну, что же вы делали? Может, мы в шахматы сели играть? А? Может, вы пели романс, я встретил вас? Знаешь что? Как тебе выгодно? Так ты все и нарисовал. Ты знаешь, как это называется? Фуфло! Фуфло! Фуфло, а не протокол. Вот и все. Попей, попей, миленький, попей. Фух. Ты мразь!
Что с тобой? Сердце. Что? Сердце. Ты что? Ну-ка. Скребую жалобу. Мол, следователь Рябинин предлагал закрыть дело, если я с ним вступлю в связь. О, как? Так тебе и поверили. А у меня есть свидетель. Там тоже не дураки сидят. А, ничего. Жалоба, что пиво. Пил, не пил, а градусом пахнет. Пахнет, пахнет. Что, сержант, что? Все в порядке? Да-да, это мой свидетель. Вот мой свидетель. Да, тебя всего можно ожидать. Ну как, Сергей Георгиевич? Пока никак. Вы, наверное, разводите там психологию? Нет, не развожу. Да не колюсь я, не колюсь! Это она кричит? Да. Семен Семенович, она. Распустили. Вы с ней построже, не деликатничайте. Где надо, там по столу стукните. Я буду ждать конца допроса. Затянули, Сергей Георгиевич. Вам же санкции на арест потребуется. Понял. Ну, накачал тебя прокурор? Хочешь, я тебе устрою очную ставку с Курикиным? Ведь я его не желаю. А, не хочешь? Не желаешь? Я ведь знаю, почему ты не хочешь очной ставки с Курикиным. Чего ты? Ах, артистка, ах ты, смотри, ни один мускул на лице не дрогнул. Какое самообладание. Зачем дрожать-то, действительно? Знаю я, почему ты с ним не хочешь встречаться, знаю. Что ты возникаешь? Что я возникаю? Что ты из себя строишь, мелочь? Ты же не мелочь, Мария. Ты крупная птица. Чего? Курикин в ту ночь во дворе своего дома был убит ножом в спину. Что я возникаю? А вот так, подло, ножом в спину. Рассказывай. Подожди, был у меня действительно. Ты же протокол его читал. Мы его допросили в машине, потом отпустили на собственную смерть. Ну, говори быстро. Что я должна рассказать тебе? Что рассказать? Что ты из себя изображаешь? Ты что, думаешь, меня эти 800 рублей интересуют? С этим участковый инспектор разберется. Что ты хочешь от меня? Чего ты хочешь? Где соучастник? Где деньги? Где нож? Да ты что? Какой соучастник? Какие деньги? Ты что думаешь? Что я думаю? Что ты наводчица, Мария. Если можешь, берешь деньги сама. Нет, берет твой соучастник. А Курикин лишний свидетель. Когда смывалась, ты сказала, чтобы его убрали. Вот что я думаю. Нет, это не я. Я не знаю ничего. Ты знаешь? Знаю. Тогда помоги найти убийцу, если ты не знаешь. У нас нет времени, Мария. Я все поняла. Мы и так много потратили времени с тобой я здесь, Валандой. Что можно приписать? Что приписать? Все. А ну-ка вставай, одевайся. Быстро. Зачем? Зачем? Поедем в морг. Я предъявлю тебе на познание труп Курикина. Ну-ка, встать! Быстро! Я прошу тебя, я прошу, я тебя умоляю просто, ну, пожалуйста, не надо, я все расскажу, все тебе про деньги, про что хочешь, расскажу, пожалуйста, я прошу. Сядь! Быстро.
Быстро сюда сядь. Пиши. Сколько украла? Ой, что, писать? Сколько украла денег? Тысяча. 370 рублей. Где они? Все потрачены. Я говорю, все потрачены деньги. Пишу, пишу, все целы. Как целы? Ну так. Где они? Спрятаны. В надежном месте. В каком? Покажу. Что подсыпало в водку? Сильное снотворное. Снотворное. Написано собственноручно. И распишись. Все? Если все, то все. Подпись. Слушай, дай добавлю, что убийство не совершало. Самое главное, это господи. Что? Сергей Георгиевич, для очной ставки явился гражданин Курикин. Ждет в коридоре. Прости меня. Разозлила ты. Довела ты меня, Мария. Родителей? Родители-то живы, нет? Живёхоньки. Где они? Да, отец шатается где-то. Мать замуж за другого вышла. Меня отдала. Детдом, интернат. С тех пор и не виделись. Нянька одна показала мне ее.
подошла к двери. Раз пять подходила. Стою и думаю, чего скажу-то ей. Зареву только. Ты вот меня за деньги сажаешь. А она ребенка бросила. И чего? Собачка гуляет. Муж с портфелем ходит. Ну, в конце концов, твои... Такие, как твоя мать, единицы. Эта единица мне досталась. А была бы я приличной. Знаешь, что сделала бы? Взяла бы из детдома штук пять ребятишек. А вечером кормила бы всех. Мыла. Сказку каждому бы рассказывала. Тебе про совесть говорят. А я ее ребенком представляю. Это тебя уже колотит. Тебе до лампочки все мои разговоры-то. Уж до лампочки. Ну, у самого дочка во второй класс ходит. С косичками. Смешная. Ты накинь. У тебя у самой-то чего детей нет? Ну, можешь не отвечать. А чего? Проезжей дороги трава не растет. Понимаешь, ну, все можно объяснить, все. Я за ночь все продумал, все. Первое, пришел. Ну, моя сразу. Где был? Встретил друга, с которым учили в школе. 30 лет не виделись. Так. Представляешь, тут встретил друга, пришли к нему. Почему? Значит, с похмелья. Ну почему? Потому что у него было серебряное свадьба. Представляешь, все нормально, все нормально, все объяснимо. Где 800 рублей? Тоже объяснимо, тоже придумал. Друг работает в мебельной промышленности. Так. Обещал к понедельнику достать мебель. Кухонную, все же мне надо. Все нормально, пойми, все нормально. Но как объяснить, где я дел... Обувь свою. Так дал поносить другу. Не смешно, не смешно. Что же вы от нас хотите? От вас, ничего не хочу от вас. Дайте справку, что потерял обувь при задержании опасного преступника. Шучу. Неужели твоя судьба никого не интересовала? Да нет. Чего же интересовались? Участковый без этого по душам. А я как увижу, что он по службе это делает. Так грубостями ляпаю. В доме один воспитатель живет. Вы, говорит, при ваших физических данных могли бы выйти замуж даже за морского офицера и жить на благо общества. А сам Физаков-то глазами стреляет. На фабрике дядя Гоша меня наставлял. Ты, говорит, Мария, трудись, ибо наша жизнь есть удовлетворение материальных потребностей. Неужели я для того и родилась, чтобы удовлетворять свои материальные потребности? А для чего? Ты согласен? Для шмуток, для жертвы существуем. Ну, ладно. Жертвуй. Работа – это первый кирпичик жизни. Да вкалывала я на фабрике. За ночь. Вкалывала? Ты хоть раз-то потела, уставала от работы? Нет, только от жары потела. А ты потел-то где? Здесь? Я заочно кончил. Так что и на стройке попотел, и в экспедициях. Ну и что, приятно? Приятно. Человеком себя чувствуешь. Я и здесь устаю. Так хочется посадить человека. Посадить не посадите. Но раз такая дрянь перед тобой,
смотришь на него и думаешь, ну где же он еще-то будет держать ответ? И с ним перед тобой. Перед Богом. Знать бы, что Бог есть, я бы успокоился. Раз Бога нет, так вот, я с судьей вместо него. Ты вместо черта. А радость бывает. Человек сознался, глядишь, исправился. Мать придет за сына благодарить. Иной раз письмо из колонии получишь. Я тебе тоже телеграмку отстучу из колонии. Я работать люблю, приятно. Можно я тебе сигаретку стрельну? Угу. А вот мне все работы противны. Неправда. Одну твою работу я знаю, которая какую? Не противна. Какую? Детей воспитывать. Я? Ты? Детей воспитывать. Ой. Ну, завернул. Вот умора-то. Я воспитываю детей. Ой. Кто мне их доверит? Пока никто. А выйду с колонии, поверит? Вот тогда посмотрим. Поработаешь, поучишься, докажешь. Тебе есть главное, ты детей любишь. Поняла? Ты это говоришь для воспитания? Да ладно, я с тобой как с приятелем, а ты... Вот знаешь, если бы только мне детей, я бы ночь не спала, каждому сказку рассказывала. Очень многие не знают, что такое мать. Да. Говорил, не курящий. Да не курящий я. Не курящий. Так. Товарищ следователь, ну так что? Не знаю. Нет, ну, да я не об этом. А вот там Курикин интересуется, ждать ему или нет? Передайте, что очной ставки сегодня не будет. Я его потом вызову. Да, извинитесь перед ним. Неохота тебе с этими ловеласами общаться. С кем, с кем? Ну, с мужчинами легкого поведения. Вот видишь, ловеласы, донжуаны. А женщин в таких случаях зовут нецензурно. Знаешь, кого больше всего не люблю на свете? Следователей. Мужиков. Ой, Ли. Весь навар-то с них был. Ты что? Я только поем за его счет. Обчищу и сбегу. Я домой-то никого не водила. А любить? Любила кого-нибудь? А что это такое, любовь? Это когда одному человеку хорошо от того, что другому хорошо. Да? А я так думаю, что любовь, что Бог для старушек. Говорят, говорят о нем. А где он сам, никто его и не видел. Эка тебя. Значит, и тут не совпало. Да с чем не совпало-то? С Ромео и Джульеттой, что ли? А хотя бы. Где ты их видел-то? Уж не дворцы ли бракосочетание? Выпилиться, расфуфериться. Личным счастьем, как бельем трясут. Показуха все это, а не любовь. Да.
говоришь, любви нет. Я любил. Так ничего и не было. А чего ж не было-то? Вроде было. На фабрике я работала. За мной один парнишка. Слесарь ухаживал. Такой смешной. Заботливый был. Пирожки приносил. Проходной всегда ждал. А с фабрики-то я уволилась. Думал, с парнишкой завязано. Прихожу к дому, стоит с пирожками. Хороший был, не пьющий, заботливый. Бывало, пельмени принесет, уйдет, пятерку оставит. Я тогда без копейки сидела. Глаза у него были такие лохматые, добрые. Слова умел красивые говорить, жениться предлагал. Дура ты, прости. Верно. Потом в армию его взяли. Я проводила его по-человечески, с цветами. Ну вот видишь, говоришь, любви не видела. Он же любил тебя. Угу. Писем 20 получила. А теперь и писем нет. Где он сам? Не знаю. Так вот стишок из письма помню. Сказать? Скажи. Вспомнил вокзал я, букет гладиолусов, скромный подарок прощальный. Как ты от ветра пригладила волосы и улыбнулась печально. Поезд ушел, потекли дни за днями, письма и нету ответа. Слезы от ветра, а может и сами. Где ты, любимая, где ты? Вот как. Даже улыбку печальную где-то нашел. Знаешь, а ведь это хуже воровства. Хуже кражи. Хуже. Понял, деньги-то почему все целы? Копила. Зачем? Хотела квартиру кооперативную купить. Мебель, цветной телевизор. На чужие, не заработанные. Заработать-то долго. Да, это долго. Ну вот, а мне надо было сразу. Почему же сразу-то? Ты не поверишь. Ну, разговор настроить с тобой откровенный. Я задумала девчушку из детского дома взять. А если материальных условий нет, кто ж мне ее даст? У меня комната в коммуналке, стул со столом, сам знаешь. Пока заработаю, она и вырастет. Кто ж тебе тунеядство еще и ребенка бы дал? Да ты что? Я бы все устроила. Квартиру и мебель. И на работу бы. И закону пришла. Чего-то сомнительно, знаешь. Как это сомнительно? А деньги целы. Подтверждают. И Зинка Тюнина подтвердит. Так это поэтому у тебя на квартире игрушек-то так много обнаружили? Да, для нее покупала. Как же все надумала? Потому что сама не знаю. Была за городом. Вдруг, смотри, детишки детдомовские идут. И одна такая маленькая, смешная, отстала. Меня в сердце кольнуло. Думаю, в лепешку расшибусь, а возьму ее и воспитаю. А что вышло? Ничего. У тебя вся жизнь впереди. Жизнь-то впереди. Начала нет.
Ну что начало? Мало ли кто как начинает. Вон, красивых свадеб много, а семей красивых поменьше. Студенты все, какие красивые, подтянутые, все знают. А придешь в какой-нибудь НИИ, сидят зачуханные, посредственные сотрудники. Начинать красиво всегда легче, чем красиво жить. Да не в моих условиях загадывать. Ну, знаешь, Маша, теперь все на условия валят, а палец о палец ударить не могут сами. Сколько мне дадут? Не знаю. Ну, а примерно? Ну, все учтут. Много краж. Не работало, плохие характеристики. Это минусы. Ранее несудимо. Чистосердечное признание, мотив, краж. Это плюсы. А условно? Не дадут? Маловероятно. Минусы перетягивают. Знаешь, мое самое противное состояние жизни. Когда у Зинки Тюнина в таксопарке пряталась. Так было гнусно. Дала себе слово завязать навсегда. Ты мне веришь? Верю. Даже смешно. Единственный близкий человек и тот следователь. Неужели ты мне веришь? Сказал, верю. А дай слово, что веришь. Честное слово, верю. Когда мне было 16, я очень любила смотреть на зажженные окна. Мне казалось, что там живут красивые люди. Художник пишет картины. Или философ размышляет о нас, грешных. Вот теперь я выросла. И знаю, что за окнами смотрит телевизор. Прости, издевалась я. Да и ты прости за обман. Темнеет теперь рано. Осень. Угу. Все весной любят, а я осень. В лес войдешь, и сердце ёкает. Осины стоят. Красивые, да? Да. Такое же пропащее дерево, как и я. Листьями шуршит. Листья красные, ярче цветов. А вот я цветы разные, красивые, яркие, не люблю. Которые по трешке штука, гладиолусы. Лютики никто не любит, а я люблю. Вообще странная баба. Ну, духов не люблю. Правда? Ну? Ну. А чем пахнет? Понюхай. Сеном. Травой, а не сеном. Сама изобрела. Тебя Сергеем зовут? Да. Сережа, отпусти меня. Отпусти. Ты что? Отпусти меня. Кто ты? Я прошу тебя, отпусти, ты же мне веришь. Ну, веришь ведь мне? Так что, на каком основании я это сделаю? Да сюда меня не сажают. У меня утром, начальство есть, меня утром, прокурор ждет утром протокола. Все деньги принесу, на работу устроюсь. Будет добровольная выдача. На суд приду, не арестованный, работящий. Сколько плюсов, смотри, сам же говори. Ты понимаешь, что ты говоришь? Ну, деньги я принесу. Я лично я тебе верю. Я с тобой день сижу. Я тебя уже понимаю, как я им-то все объясню. Ну, как же ты мне веришь? Как прялость чистила, веришь. А как будут завязывать, не веришь. Я повторяю, лично тебе я верю.
А им объяснить не могу. Эх ты. Раз в жизни поверю. Мария, прекрати. Раз в жизни поговорю по душам со следователем. Мария, Маша, я для тебя что хочешь сделаю. Я буду передачи носить, деньгами помогу, на работу устрою. Что хочешь сделаю для тебя. Есть у тебя просьба? Говори. Есть. Ну? Мороженого купи за 22 копейки. Заткнись! Гражданка Рукояткина, вы обязуетесь проживать по вашему адресу, являться по вызову в органы следствия и суда и без разрешения последних никуда не выезжать. Ты чего, отпускаешь меня? Отпускаю, отпускаю. Отпускаешь? Подпиши. Ну, быстро, быстро. Завтра в 10 утра придешь сюда, принесешь все деньги. Оформим протоколом добровольной выдачи. Теперь иди. Придешь? Приду. Ну, тогда иди. Рябинин. Вы долго еще там? Товарищ прокурор Рукояткину я отпускаю. Вы что, с ума сошли? Нет, с ума я не сошел. Она завтра принесет мне все деньги. И вы что, ей поверили? А следователю без веры в людей работать нельзя, насколько я понимаю. Ну что ж, вам за это придется отвечать, Сергей Георгиевич. Я ответственности не боюсь. Чего села? Почему не уходишь? Не пойду. Зачем тебе неприятности? Иди. Давай, 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 иди домой. Убирайся к чертовой матери! Сержант! Можно забирать? Я гражданку Рукояткину из-под стражи освобождаю. Как освобождаете? Вот так. Вот постановление. Сергей Георгиевич, ее нельзя отпускать. Мы ее всем райотделом ловили. Это Матильда. Это не Матильда, а Мария. Завтра в 10 утра она принесет все деньги. Идите. Если я не приду, значит, подохну. Но все-таки я обязан доложить. Докладывай. Там сержант какую-то чепуху мелет. А где Рукояткина? Я отпустил ее. То есть как это отпустил? Как? До завтра.
Мошенницу, воровку, нахалку отпустил? Вадим, я в двух словах объяснить этого не могу. Ну, объясни, в трех, в четырех, в пяти. По-другому я поступить не мог. Почему не мог? Ты что думаешь, что суд ее оставит на свободе? Я не знаю, оставит на свободе или нет. Ну, так я знаю. Много эпизодов. Приличная сумма, она нигде не работает. Ее посадят, как миленькую посадят. А ты отпустил ее погулять. Даже если ее посадят, она в колонию должна пойти с верой в людей. Каких людей? Ну, хотя бы в одного человека. В тебя. Хотя бы в меня. В себя прежде всего. Но если она завтра не явится, ты что, нам снова дашь указание ловить ее? Значит, я не разбираюсь в людях, и мне не место в следственных органах. И я... Да, о, я. Только я, а мы? Я ловил весь уголовный розыск района. Почему ты начхал на нашу работу? Вадим, ну неужели я тебе это должен объяснять? Ты знаешь, как это называется? Все, хватит. Прекрати, тебе потом самому стыдно будет. Сказал бы я. Догадался, как поймать мошенницу, заставил признаться. А я домой не ухожу. Думаю, чем все это кончится? В общем, молодец. Зря хвалишь, зря, Мария Федоровна. Позволил себе недопустимое. Обманом расколол. Противно. И родилось-то как-то мгновенно, но сознательно, вот что плохо. Ну что ж... Хорошо, что ты это понимаешь. Обвиняю себя. Еще не все знаешь. Знаю. Знаю. Отпустил. Это дело следователя, только следователя. Твое это дело, и ничье больше. Даже генеральный прокурор не имеет права вмешиваться. Ну, генеральный. А районный-то точно вмешается? Ну... Следователю нужно доверять. А не доверять, так вообще не допускать к расследованию. Не переживай. Заступимся. Чего тут сидишь? Отхожу. А ты иди к жене. Давно внизу ждет. Ну? Будь здоров. Всего доброго. На, праведник. А то до дома не доберешься. Не ел ведь. Там Леденцов машину вызывает. Отвезут тебя. Меня Лида ждет. Ну вот с Лидой отвезут.
ребята. Ну, хотя бы что-нибудь приблизительно по размеру. Подыщите, а? Ловелас.